Неожиданное задымление на третьем этаже, в кафе. И вот уже пожарные подразделения спешат к ЦУМу. Персонал торгового центра быстро выводит покупателей из помещения через аварийные выходы. Однако, по легенде, в задымленном здании еще остались люди. На помощь им прибыли сотрудники МЧС. На учениях отрабатываются три способа эвакуации с использованием автолестницы и автоколенчатого подъемника, канатно-спускового устройства и с применением СИЗОТ. На улице пострадавших принимают медики и волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они оказывают им первую помощь. В качестве тренировочной площадки ЦУМ выбран не случайно. Это достаточно сложный объект из-за плотной торговой и транспортной инфраструктуры. Кроме того, он находится в центре города, что предполагает большой поток посетителей и автомобилистов. Пожару в таком месте дается ранг номер 3, максимальный по Пензе и области. На сегодняшних учениях здесь было сосредоточено 12 единиц пожарной техники, 3 специальные спасательные техники, значит, порядка 60 человек личного состава. В условиях жары и оживленного потока людей все подразделения с поставленной задачей справились и получили удовлетворительную оценку.